Я читаю из Ветхого Завета первую книгу царств, глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господня, и еще не открывалось ему слово Господа. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил!» Тот сказал: «Вот я!» И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня? То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне.